бодрости духа побольше и с удовольствием учиться? Я даже не знаю, наверное, учиться тоже побольше. Хотя мы айтишники. А я бы все повторила. Мне нравились мои школьные годы. Мы жили полноценной, активной жизнью. Мне нравилось учиться. И сейчас, в принципе, нравится учиться. Поэтому, да, в принципе, все хорошо было. Поэтому пожелать особо и нечего. Не спать на парах и на уроках. Учиться математику особенно. Ну и домашние задания делать. Быть на чеку. На каком чеку? Внимательным. Серьезным. Я бы посоветовала себе, наверное, не так переживать по поводу оценок. Биткоин купить? Я бы посоветовала себе не расстраиваться, верить в себя и не принимать все близко к сердцу, потому что потом это все кажется такой мелочью. Школьные годы, они были очень далеко на самом деле. В школьные годы я бы посоветовала себе не торопить жизнь и свои школьные годы на самом деле. Они очень быстро пролетели, и сейчас вот уже понимаю, что это было самое прекрасное время.